Привет, друзья! Электрик на канале. Так, сегодня я покажу вам, как сделать медную нано в пыль. Почему нано? Потому что частица меди будет около с 50 до 100 нанометров величины. Но это вообще очень-очень маленькая пыльца. Это делает обычно, когда надо кондуктивную какую-то краску сделать. Только проводящую. Вот так здесь я по нулям сделал. Обычного питьеводного купороса меди. Где-то 2 грамма я здесь делаю, чтобы у меня как бы не нужно это. У меня есть с Виктора, с Америки, в общем, пыль медная. И я не буду тратить реагенты, чтобы сделать много. Я просто покажу, как это происходит. Так, трудно мне здесь насыпать. Ну вот, надо нам сделать очень горячий раствор меди в воде, насыщенный. Это значит, чтобы он как больше, меньше лишнюю воду не содержал. Так, у нас есть 2 грамма. Вот, и сейчас мы, здесь видно, она такая, некоторыми белыми, это она обезвоздилась, она мне в жары стояла, она потеряла воду, и она становится белая. Если ее поставить в плитку и выпечь, ну, влагу, она станет белая, как снег, и очень бурно будет реагировать на воду. Так, ну вот здесь где-то я налью буквально там 4 миллилитра воды и вот это все нагрею. Так, нагрел я раствор. И вместо 4 миллилитров я добавил ту порцию, которая должна была раствориться в аскорбинке. Так, в общем, температура плитки около 180 градусов, а внутри жидкость почти 90. Так, вот аскорбинка. Это и по-другому витамин С называется. Он будет как восстановитель. Он есть сильный восстановитель, восстанавливает тоже золото. Но надо учесть, если им восстановить золото, будет выпадать много чего вместе с золотом. И это не будет самый лучший вариант это делать. Так, по весу должна быть одинаковая по молам. Сколько мол купороса меди, сколько и аскорбинки. Там где-то 2 грамма, вот здесь у меня будет ну, около, тоже где-то около 2,5 с избытком. Так, температура там, по-моему, 100 градусов. Вот насыпем туда аскорбинку. Ее надо как бы растворить в воде, но я не хотел это делать. И я сразу думал его сухого кинуть. Вот. И у нас, получается, выпала медь. По стенкам видно, как здесь образовалась медь, но она очень быстро оттуда упадет. И этот раствор нужно полчаса где-то покипятить, чтобы реакция была полностью. Можно поставить в микроволновку, и там очень быстро все произойдет. Или оставить на 2 дня где-то ее. И это все само собой произойдет. Если бы аскорбинка была разбавленная, это не было так быстро. И вот, в принципе, чуть-чуть попал на стенках, потому что стекло неровное и зацепил частицы очень маленькие и просто зацепились за все неровности. Вот, но раствор должен не быть зеленым или синим. Он, когда вся реакция пройдет, он будет темный, потому что будет какая-то соль аскорбинки,
какие-то отходы, но медь должна быть вся восстановлена. Так, мы здесь можем очень все это горячо, мы можем видеть, как вот выпал осадок, очень-очень мелкий, но жидкость зеленая еще, потому вот реакция не такая быстрая, можно сказать, даже очень медленная. Но в таком случае можно сульфат меди полностью разложить на чистую медь, и при том это будет супер мелкий порошок, как раз для восстановления металлов, потому что если восстанавливаете золото медью, там не так важен количество. Конечно, количество может повлиять, потому что она поверхность большая, но если нужно по молам считать на 1 грамм золота 4 грамма меди, золото надо поверхностное осаждение, и играет роль то, что медь будет очень большая площадь. А если считать, что это будет 100 нанометров, это каждая пылинка, это будет суперская площадь, на которой просто вся золото моментально восстановится, покроет его и как бы даже не запассивирует медь, потому что она его просто заберет и упадет как уже осадок золота. Если эта медь не успеет нейтрализировать азотку в виде нитрата меди, тогда золото может пойти обратно. Но любая мелкая пылинка свежей меди, она очень быстро абсорбирует золото, и уже золото оттуда обратно не пойдет. Много вопросов, что выпадает вместе с медью. Если переборщить с медью и раствор теряет кислотность, образуется не только сама гидрокись меди, как зелененький такой пушистый осадок, но может образоваться гидрокись других металлов, как олова, свинца, и они просто не могут существовать в кислой среде, а медь сама растворяется, она убирает кислоты, она создает соли, там хлориды и нитраты, и она убирает кислотность, и другим металлам уже труднее там удержаться, хотя бы они не должны выпасть как металлы, они могут выпасть как оксиды. Вот. Самое страшное, что там может получиться, когда переборщить медь, может выпасть хлорид меди одновалентный, который не растворяется в воде. Такой зеленый или синий, по-моему, синий. Но он потом в солянке растворяется. Это как бы обычная беда, когда там очень-очень много меди и очень сильный цар. Вот. Потому вот эту медь не надо очень много. Надо просто закинули, посмотрели ее цвет, и если она будет мало ее, она вся растворится. Какой-то, может быть, осадок золота или другого металла выпадет. И тогда можно понять, что его не хватает, можно добавить еще. Там процесс не такой быстрый. Его надо постепенно, аккуратно так проводить. Вот раствор кипит. И вот у нас есть красивый мелкий осадок меди. Так, я ради шутки еще попробую засыпать еще аскорбинку. Может быть, это как-то повлияет. Но здесь самое главное это время. Время и температура. Так вот
можно сделать очень мелкую медь для каких-то токопроводящих красок, и она будет, ну, очень мелкая, и она может собраться в комочках, но она считается очень мелкая. Здесь видно, что есть осадок, она много ее выпало, но еще будет выпадать, потому что раствор еще зеленый. Вот такая вот эта история. Можно туда железо тоже набросать, но тогда будет кристаллическая медь. В принципе, там один кристалл, как здесь, тысяча пылинок. И просто этот один кристаллик, который на железо там формируется, он обтянется каким-то металлом, там палладий или платина или золото, и он просто все, он уже запассивирован, он больше не реагирует, и пока что-то не растворит эту оболочку, и процесс замедляется очень, а нужно очень тонкая пылинка меди. Но если посчитать, что там вот надо аскорбинку, потому что медь, купорос меди, он может с электролитом и ломом меди, его можно сделать сколько угодно. Здесь играет то, что аскорбинка может стоить каких-то денег. Но если по-другому такую медь мелкую, если покупать, получается дороже, чем сделать, ну, тогда можно. Потому что этот порошок очень качественный и подойдет для такой сферы. Так что спасибо за просмотр. До следующего раза.